Здравствуйте! Сегодня я покажу, как можно легко и просто с помощью вилки сделать маленький бантик из тесьмы. Для этого нам понадобится вилка и приблизительно 15 сантиметров тесьмы. Маленький конец ленты нерабочий, им мы ничего делать не будем, поэтому оставляем его коротким. Берем длинный конец ленты и просовываем его снизу между вторым и третьим зубчиками вилки. Затем выводим этот конец ленты сверху, также между вторым и третьим зубчиками. А затем просовываем под нее вот здесь. И выводим конец ленты из петли. Крепко тянем за этот конец ленты и тем самым затягиваем петлю. Еще раз повторю основные этапы. Обрезаем концы ленты до нужного размера. Чтобы синтетическая лента не распускалась по краям обреза, нужно слегка обжечь края разреза до легкого расплавления материала. А если лента из натурального материала, следует слегка смазать кромку разреза любым прозрачным клеем. Вот бантики готовы.